Меня зовут Краснепович Ира. Я работаю на Голове и предприятии модельером-конструктором. Я закончила технологический университет, Витебский, но официально дизайнер костюма и ткани. И в 2006-2007 году я участвовала в конкурсах «Мельница моды» не раз. И московский конкурс «Телогрейка», вы знаете, это были мужские коллекции. То есть за спиной у меня 4 коллекции мужских. Ну, то есть был такой творческий проект. Где за спиной? Ну, то есть такой постепенные шаги в жизни. То есть, ну, я считаю, что смысл жизни в самовыражении, поэтому в этом я выражаю себя. На данный момент я работаю уже 2 года на Галантее. Вот, и, ну, как бы не имею финансового положения, чтобы дальше шить коллекции творческие, поэтому как бы реализую себя на работе. Приятно, что вы постигли смысл жизни. Да, ну, как бы мне нравится моя профессия, чем я занимаюсь вообще в жизни. Вот. Может, еще что-то интересное. Спросите, что я сейчас не могу сориентироваться, сказать. Поете, танцуете? Ну, танцую я для себя, мне нравится очень. Но все-таки, если касаемо вашего призвания, так скажем, каким образом социальный проект, тем, которым вы бы удивили? Ну, социальный, я не знаю, может быть, только творческий, социальный. Ну, как бы. Ну, творческий какой? Вы просто всего лишь сказали, что вам это нравится. А что бы вы хотели, ну, так скажем, отдать Минску? Вот именно для этого конкурса. Вы не готовились с этой темой? Ну, как готовиться? Ну, девушка до этого, мы вас немножко направили, да, мы ей помогли выразиться в то, что она имеет отношение к дизайну, одежде, и стал вопрос о школьной форме. Вот, это, может быть, у вас есть это, вы видите какие-то пробрешины в нашем легкой промышленности, и у вас какая-то вот, когда вы ходите по магазинам, возникла какая-то идея, ну... То есть вас устраивает состояние дел в наших магазинах? Ну, я имею в виду. Конечно же, не устраивает. Вы же причастны к процессу, да. То есть причем вы работаете на предприятии, которое причастны к процессу. Каким образом вы пытаетесь поменять ситуацию? Или, может быть, у вас есть, да, какая-то идея, как это изменить? Свои идеи я, так сказать, выдвигаю на работе. Помимо этого, ну, как бы, есть командировки на работе в Милан на данный момент будет. Поэтому творчески я, ну, как бы, развиваюсь. И как бы предложить в Беларуси есть много чего, только чтобы кто-то это принял. Вот, мы хотим увидеть. Мы хотим услышать, вот предложите. Ну, услышать, может, это действительно надо видеть. Я шью для себя платье, я шью для себя юбки. Но только на данный момент, так как я уважаю бренды настоящие, ну, то есть марки. Mm-hmm. Вот, поэтому я как бы с радостью и, ну, с великим удовольствием ношу и эти вещи. Mm-hmm. А Галантею мои... носите? Да. Вот, есть у вас сумочки? Да, я пришла со своей сумочкой. С вашей, именно вашего дизайна, нет? Мой дизайн. Ну, то есть у меня не одна сумочка, естественно. Mm-hmm. Сейчас я пришла с моей коллегой по работе, модельер. Вот я купила ее сумку. То есть... А ваша тоже вот? Конечно. Она купила мою, то есть. Вот так вот бизнес Галантея. Да, то есть мы поддерживаем друг друга. Ясно, спасибо большое.